Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Видео с интригующим названием «Как я похудела на 26 килограмм». Если вы сейчас смотрите это видео, то я могу сказать про вас три совершенно конкретные вещи. Первое, что у вас есть лишний вес. Второе, на какую бы диету вы ни садились, вес снова возвращается. И третье, что вы мой новенький зритель. Ну, в третьем утверждении я, может быть, немножечко сомневаюсь, но все-таки что-то мне подсказывает, что вы впервые на моем канале, потому что мои постоянные зрители, а это моя аудитория примерно 70 тысяч подписчиков, они уже знают ответ на этот вопрос, каким же именно способом я похудела на 26 килограмм. А вот вы, если вы новенький, и вы действительно озадачены этим вопросом, снижением лишнего веса, я вам советую подписаться на мой канал, потому что весь мой канал, собственно, и посвящен этому вопросу. И также нажать колокольчик, чтобы не пропускать ни одно новое видео, получать оповещение вовремя о его выходе. Итак, сегодня моя история для моих новеньких подписчиков, как я похудела на 26 килограмм. Но прежде чем я ее расскажу, я хочу вам кое-что показать. А показать я вам хочу вот что. Это мои джинсы. Эти джинсы я носила в 2016 году, когда весила 78 килограмм. Эти джинсы 52 размера. А эти джинсы я ношу сейчас. Эти джинсы 44 размера. Еще я хочу показать вам шортики. Мои летние шортики, которые я носила в 2016 году с весом 78 килограмм. Это шортики 52 или даже 54 размера. Я уже точно не помню. И вот мои шортики, которые я ношу сейчас. В 2020 году это шортики 44 размера. Надо сказать, что мне 57 лет. И порой я слышу такие высказывания в мой адрес, что типа в таком возрасте, когда ты уже совсем взрослая тетя, даже как-то и не солидно носить такой маленький размер одежды и быть такой худой. Ну, знаете, что я вам скажу? Мне стало наплевать на солидность и на то, насколько я представительно выгляжу с того момента, когда с уходом лишнего веса, а именно 26 килограмм, у меня куда-то подевались все мои хронические заболевания. Такие как боли в суставах, такие как мигрень, остеохондроз, варикоз и многое другое. То есть, что я хочу сказать? Уход веса – это всего лишь последствия общего оздоровления организма, которого я добилась благодаря, внимание, потому что это ответ на вопрос, который поставлен в названии видео. Я добилась всего этого благодаря прохождению курсов очищения организма по методу Марвы Оганян. Скорее всего, вы это уже слышали, и это называется условное голодание. Условное голодание потому и называется условным, что оно не является по-настоящему голоданием, таким голоданием, как сухое голодание или на воде. Это голодание проходит на жидкостях, на травяном чае с медом и соком лимона и на свежевыжатых соках. Поэтому вот такое условное голодание можно назвать просто очень большой разгрузкой, облегчением организма от всей работы, которая связана с пищеварением и выведением отходов.
Пройдя несколько курсов вот такой разгрузки, вот такого тотального очищения и облегчения организма, вы теряете вес довольно быстро. Вы теряете его так, как вы не сможете потерять его, находясь на какой-либо диете, либо изнуряя себя в фитнес-зале тренировками. За что я люблю этот способ оздоровления себя и снижения веса? За то, что он является естественным и очень органичным для человека. Но посудите сами, мы едим всю свою жизнь. Мы едим. Наш организм все время занят переработкой пищи, ее перевариванием, расщеплением, усвоением и выведением отходов. Вот скажите, пожалуйста, вы, при том, что вы работаете, вы вообще как, вы отдыхать любите? То есть у вас есть ли у вас выходные дни, есть ли у вас отпуск? Я думаю, что скорее всего есть. И отдохнув в субботу, воскресенье или в отпуске, вы выходите на работу с новыми силами, отдохнувшие. Тогда спрашивается, почему бы не дать вот такой отпуск своему организму? Когда я это поняла, когда я узнала вот эту вот всю суть этой методики, в том, которая заключается в том, что нужно давать организму отпуск, отдых, и облегчение ему работы по перевариванию пищи, то я стала применять вот такие курсы регулярно. На сегодняшний день, с 2016 по 2020, я прошла 6 курсов очищения организма по системе Оганян, и все это время я корректировала определенным образом свое питание. На сегодняшний день мое питание является естественным. Я не вегетарианка, я не веган, я не сыроед, я не фрукторианец. В моем питании присутствуют и белки, и жиры, и углеводы, и овощи, и фрукты, и все-все-все. И даже иногда присутствуют вредности, но я сохраняю стабильным свой вес. Да, на сегодняшний день он 55 килограмм, и он не пляшет никуда, ни туда, ни сюда. И это при том, что я всегда сытая, я не испытываю мук голода, и я себя особенно ни в чем не ограничиваю. Почему мне еще нравится этот метод, метод условного голодания? Потому что он переносится очень комфортно. Нет тех страданий, которые связаны с сухим голодом или голодом на воде. Тело не переживает каких-то сильных кризисов, стрессов. Да, есть некоторое такое как бы измененное состояние тела, но это просто потому, что отсутствует привычная твердая пища. Но к этому состоянию очень быстро привыкаешь, оно начинает нравиться. И я знаю очень много людей, которые, пройдя первый раз вот такой курс условного голодания, хотят возвращаться к нему снова и снова, потому что им все время хочется вернуться. Вот в это легкое состояние, когда вырастают крылья за спиной, когда ты чувствуешь прилив новых сил, энергии, когда у тебя исчезают твои патологические привязки к вредной еде, когда у тебя появляются новые здоровые пищевые привычки. Вот за это я и многие другие люди очень мы любим именно этот способ очищения организма. И теперь в заключение моего видео у меня для вас очень хорошая новость. Дело в том, что я, пройдя вот эти все метаморфозы в своей жизни, обретя новое тело, оздоровив себя, я не остановилась на том, что я это делаю только для себя. Я пошла учиться, и я стала консультантом. И теперь я консультирую людей по вопросам питания и также делюсь с моими клиентами тем опытом, который я приобрела в итоге прохождения вот этой очистительной практики. На сегодняшний день я являюсь одним из соведущих экспертов в марафоне «Обновленное тело», который проходит каждый месяц. И я хочу пригласить вас, тех, кто
хочет снизить вес, хочет оздоровиться, но не знает, как это сделать самостоятельно, потому что все попытки не приводят ни к чему. Я хочу пригласить вас в наш марафон «Обновленное тело», который основан на прохождении курса очищения организма при помощи условного голодания по методу Марова-Оганян. Курсы мы набираем такие каждый месяц. Сейчас идет набор на третий поток. Один поток мы уже выпустили. Второй поток сейчас заканчивает свою работу и идет набор в третий поток. Я говорю «мы», и я хочу представить вам, кто это «мы». Ну, про меня вы уже знаете. Еще один эксперт нашего марафона – это Татьяна Алексеева, врач, и Мила Яковец, тренер по лимфодренажной гимнастике. Вот эти три ипостаси мы соединили в одном марафоне. Поддержку врача, поддержку консультанта и обучающие курсы тренера по лимфодренажной гимнастике. И все это в едином целом очень хорошо работает. Наши выпускницы снижают вес, наши выпускницы... Почему выпускницы? А потому что у нас пока еще были только одни женщины. Но я приглашаю не только женщин, но и, конечно же, мужчин. Марафон «Обновленное тело» ведется в онлайн-формате. Как он проходит? Каждый день в течение 21 дня идут прямые эфиры с участием каждого из экспертов по очереди. Кроме тех лекций и новых знаний, которые получают наши участники марафона на этих эфирах, они могут задавать свои вопросы и получают ответы. Кроме того, идет общение в закрытом чате в WhatsApp. Кроме того, ведутся записи всех эфиров и выкладываются в закрытый плейлист на канале YouTube. И можно пересматривать по несколько раз эти эфиры, изучать те темы, просматривать те уроки, которые мы даем. Итак, я приглашаю вас пройти свой курс обновленного тела в нашем марафоне. Все, что для этого нужно, это записаться на предварительную консультацию по номеру WhatsApp, который указан внизу в описании к видео. А с вами я, мои дорогие зрители, надолго не прощаюсь. Ваша Баяче. Не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать оповещения.